Автор – Жасер Джаркинбаев. Категория – о работе государственных органов. Автору блога – министру внутренних дел Республики Казахстан Касымову. Добрый день. Мы живем в частном секторе в Астане. Сегодня пришел сотрудник пожарной службы в гражданской одежде. Показал удостоверение и попросил дать ему паспорт нашего дома со схемой комнат. Скажите, пожалуйста, законно ли это? На основании чего пожарные могут проводить проверку в доме у физических лиц? Согласно действующей системе государственного контроля в сфере пожарной безопасности, индивидуальные жилые дома проверяются во внеплановом порядке. Основанием является обращение физических лиц по конкретным фактам о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде. Должностные лица государственных органов, прибывшие для проведения проверки на объект, обязаны предъявить акт о назначении проверки, служебное удостоверение и проверочный лист с указанием пунктов требований, подлежащих проверке. В случае сомнения законности действий должностных лиц заявитель может воспользоваться телефонами доверия Генеральной прокуратуры 115 и единым телефоном доверия МВД 1402. С начала текущего года на территории города зарегистрировано 387 пожаров, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными местами возникновения пожаров по-прежнему остается жилой сектор, где произошло 268 пожаров. Основные причины – это печное отопление, то есть при строительстве жилых домов, временных строений, население пренебрегает правилами пожарной безопасности, что зачастую приводит к этим фактам возгорания, ущерба, гибели. В целях стабилизации обстановки с пожарами управлением ЧС района Алматы и инженерной инспекции Казахстана проводятся рейды в жилых массивах с вручением памяток населению, владельцам домов, квартирантам, которые непосредственно снимают временное жилье, с разъяснением норм и правил пожарной безопасности, чтобы люди соблюдали и не нарушали правила пожарной безопасности.